зовут Ева. Этот год был очень трудным, ярким. Ну, хоть и трудным, но так взрослые говорят. Поэтому я желаю всем взрослым, чтобы этот год был очень ярким для них и нетрудным. А всем детям я желаю, чтобы в школе они получали только пятерки, не болеть и получить много игрушек в подарок. Меня зовут Игол, я Влад Евин. Желаю всем детям, чтобы их сильно-сильно любили. А взрослым деньги за свой труд. С Новым годом! Куда Дед Мороз уезжает на лето? Жаль, в модных журналах не пишут про это. Уверен, Морозка Снежков Властелин проводит свой отпуск на острове Льдин. Волшебный ларец с необычным старанием Мороз наполняет полярным сиянием, что в полночь. Лишь только куранты пробьют, весь мир озарил новогодний салют.